Казалось бы, электронная регистратура – решение всех проблем. Можно записаться к врачу, не выходя из дома, в любое удобное время, да еще и самостоятельно выбрать врача и дату приема. Однако пользоваться новым сервисом могут не все. Основная часть пациентов – это пожилые люди, которые не всегда умеют работать с интернетом, а у некоторых даже нет компьютера. Александр Закамалдин рассказывает, что научиться пользоваться электронным нововведением ему помогла работа, которая была связана с компьютерами. Записываться к врачу через сайт оказалось быстро и удобно. Так, несколько месяцев Александр с женой без проблем пользовались электронной регистратурой, пока в апреле 2018 года сервис не закрыли из-за перевода на сайт госуслуг. Уже больше 3 месяцев старый адрес регистратуры не работает, но и через новый альтернативный сайт записаться не получается. Проблема возникает на этапе поиска медучреждения. Смотрите, запрос дан доступные подразделения. Запрос не дал результатов. Не выбран адрес для поиска или список подразделений для получения услуги недоступен в указанном регионе. Во вкладке «Помощь» на сайте госуслуг сказано: отсутствие нужной медицинской организации означает, что ее еще не добавили в реестр медучреждений Федеральной электронной регистратуры. Но главврач Центральной городской больницы Юрий Крамаров утверждает, что проблема в плохой работе самого портала. Пока идет обновление. Напоминаем, что кроме записи на сайте, пациенты также могут записаться непосредственно в регистратуре поликлиники, а также через единый телефон Новосибирской области 124 или по городским номерам поликлиник.